котором я говорил, привык к тому, что пропускает металлист в свои ворота. Нет здесь положения вне игры. Это последняя соломинка, за которую пытались зацепиться футболисты харьковской команды. Ничего подобного. Все чисто. Ну, раз Байер простил, повторяю, что команда все-таки не из тех, которые будут транжирить моменты из одной ситуации в другую, раз за разом. Короткая стенка, Ренат Агусто с Дардайоком. Дардайок мяч подсекает. Успевает здесь вроде бы его догнать Хавьер, но Гонсало Кастро...